Ты наш подписчик? Приятно познакомиться, Андрей. А хочешь сыграть с Тим Витычем? Тима устроил турнир прямо в самолете. Ура, на отдых! Маша, давай устроим челлендж в Duty Free. Ты покупаешь что-то овальное, а ты что-то треугольное. Тебе понравится. О, вот еще овальный. О, точно, киндер овальный. Квадратная. Ничего не могу Маше найти. О, треугольная. Маша подойдет. Маша, давай обмениваться. Вот тебе треугольный. А вот тебе и мандемс. Скучно. И мне уже скучно. Смотрите, что у меня есть. Это будет мой. Нет, давай наоборот. Это твой, а это мой. Нет, наоборот. Нет, это мой. Ребята, посмотрите. Ведь пакеты совершенно одинаковые. Интересно, что же здесь попадется? А вдруг повторки? А вдруг? Ну что, смотрим. Запускалочка. Так. Что же там еще есть? А ну покажи. Наконечник. Так, наконечник. По-моему, у нас такого наконечника еще не было. Уже интересно. А ну смотрим, Тимофей. Ну, инструкция, как инструкция. Какой? Это запускалочка. Да, и вот верхняя часть Beyblade. Подожди, это же... Ребята, на кого это похоже? Ребята, ну подсказывайте, кто это может быть? Мы уже думали и Рактавор, и Фтиор, и кто у нас еще был? Маша говорила, что это может быть Гаруда. Ребята, может, вы узнаете? А может быть, это желтый Кербиус? Я даже и не знаю. Теперь мы распаковываем. Неудивительно, если повторка попадется. Ну, давайте смотреть. Главное, чтобы повторка не попалась. Что... Запускалочка. Да. Они такие маленькие-маленькие здесь запускалочки. Смотрите. Вот примерно вот такого размера. Так, Маша, какой у тебя наконечник? Оранжевый, оранжевый наконечник. И... Ух ты, какой! Ухтышка! Похож на Спрайзена, но тоже желтый. Давайте сравним. Давай сравним. Ребята, кто знает, что это за Бейблейды, напишите нам в комментариях. Кто первый правильно напишет, закрепим ваши комментарии первым под видео. Три, два, один, вперед! Атаки, но оранжевый все равно сильнее. Ты наш подписчик? Да. А как тебя зовут? Андрей. Приятно познакомиться, Андрей. Жмите руки. А хочешь сыграть с Тим Витычем? Давай. Да, давай. Тим Витыч против Андрея. Три, два, один. О, вот это вот. Ой, вот это я понимаю. Смотри, они на равных идут. А если они оба с прайсами? Если они устроил турнир прямо в самолете. Поехали. Полетели. Маша и Рома, поехали. Три, два, один, вперед. Ого,
Маша против Максима. Поехали. Три. Вау! Ничья, ребята, это была ничья. Класс. Да. Три, два, один. Опачки, Гербиус все-таки остался, да? Подписывайтесь на канал Тифтины. Пока-пока. Маша, пока.